Очевидцы наблюдали редкие природные явления – водяные смерчи на Цюрихском озере в Швейцарии и в море у побережья греческого острова Корфу. Живущие на берегу Цюрихского озера люди заметили смерч над поверхностью воды в 7 часов 20 минут по местному времени и сняли редкое в этих краях явление на видео. Смерч меньшего размера во вторник увидел один из жителей деревни Стафа, а также люди, переправляющиеся на пароме с греческого острова Корфу.